Діана Лотоцька, тренер зі стретчингу, тренерка групових занять памп, стретчинг, силових і аеробних напрямків більше 5 років. Запевняє, що заняття спортом покращують наше тіло, роблять його здоровим, сильним та витривалим. Доброе утро, продолжаем тему стретчинга. Сегодня у нас больше будет положение на полу упражнение. Первое упражнение, вытягиваем ноги вперед и делаем глубокий вдох. Вдох и на выдохе мы очень медленно, не спеша опускаемся вниз, опускаемся обязательно сначала живот, плечи, потом голова. Носочки натягиваем на себя, колени выравниваем. Глубокий вдох и на выдохе опускаемся вниз и дотягиваемся к ногам. Следите за тем, чтобы колени не поднимались. Это возможно только из-за того, что если у вас не растянут ахилл, колени будут подниматься вверх. Мы растягиваем очень медленно, спокойно, глубокий вдох и на выдохе опускаемся вниз и дотягиваемся. Следующее упражнение. Мы берем правой рукой за левую стопу. Выравниваем колено, поднимаем ногу вверх. И вытягиваемся, обязательно вытягиваем спину, поясницу, разворачиваем 2 плеча в 1 уровень с ногой и вытягиваемся рукой. Макушкой вытягиваемся вверх и выравниваем ногу, тянем стопу на себя. Сидим в таком положении и дотягиваемся. Следующее упражнение. Мы открываем ноги в стороны максимально, для того, чтобы максимально подвинуться вперед, ставите правую ладонь спереди, левую сзади. Поднимаетесь на руки, продвигаете таз вперед и выходите в ту растяжку, которая максимальная, которая у вас есть. Глубокий вдох, носочки смотрят в потолок и на выдохе мы аккуратно, медленно опускаемся вниз с ровной спиной. Самое главное, чтобы спина была ровной, то есть прогибаетесь поясницу и дотягиваетесь вниз. Глубокий вдох и на выдохе вниз. Ложитесь настолько вниз, насколько позволяет ваша растяжка. Самое главное, чтобы спина была ровной. Потому что если вы будете делать все с согнутой, с округленной спиной, это не будет так эффективно. Еще раз глубокий вдох и на выдохе вниз. И уходим вперед, руками дотягиваемся. Тянемся животом к полу и дышим. Глубокий вдох и на выдохе вниз. И выдох. Очень медленно через низ переходим к правой ноге. Разворачиваем 2 плеча на правую ногу и дотягиваемся вниз. Глубокий вдох и выдох. Еще раз глубокий вдох и выдох. Левой рукой беремся за правую стопу и правую руку проворачиваем вниз. Разворачиваемся в центр и дотягиваемся плечом, тянемся к полу. Глубокий вдох и выдох. При этом носочки смотрят в потолок, колени ровные и дотягиваемся вниз. Глубокий вдох и на выдохе вниз. Вытягиваемся полностью, стараемся дотянуться до пола. Возвращаем 2 плеча на правую ногу, делаем глубокий вдох и опускаемся вниз. Через центр, внизу мы переходим к другой ноге и делаем аналогично на другую ногу. Спасибо за внимание, ждите следующих тренировок.